меня тут то самое. Просто направляй в мою сторону. Вот так вот держи, и будешь направлять в мою сторону. Все, пальцы только убери с объектива. Вот, и все. А я первый раз в своей жизни прокачусь на спейте. Ты что? Это так классная штука. Так, подожди, так ты на аккумуляторы будешь или так? Не, я так буду, конечно. Так подожди, я тебя выключу, прошу. Выключай аккумулятор. Да. Все. Я просто так прокачусь. Давай, направляй в мою сторону и следи за мной, как я буду. Так, так, кнопку никакую сейчас не нажимай. Не надо ничего нажимать, там уже все нажато. Все, давай, монтуй. Ой, какой класс. По сухому песку можно ездить, да? Запросто. Запросто, конечно. Он по пляжу можно спокойно. А я тебе рассказываю, вот это супер. Это же вообще. А еще у тебя на электричестве, да? Да. А сколько запас года? Где-то километров на 70. 70? Нихрена себе. А потом ночкой надо это самое заряжать все, да? Ну вот конечно, а как? Аккумулятор-то садится. Ну, да, не, я понимаю, да. Супер. Очень классно. Мне очень, ой, очень, очень нравится. Ну так ты ж в курсе делов должен быть. Да? Но мои друзья только зимой пробовали на нем, чтобы по снегу ездить. Так я гонял на нем. А по песку это самое не получается, что-то у них летом выбраться, понимаешь? Летом они все на этих самых, на МТБшниках катаются. Ну понятно. Вот, там где-то 2 дюймов. А тут же сколько? 5 дюймов, да? Да. 4. А, 4, да? 4. Саша, что тебе сказать? Мне очень понравилось. Во. Это я, это Сашин Фэт. Это Саша. Ну ты же знаешь. Да. А это Таня. А это Таня Сашина. Ну да. А это у нас это церквуха, да? Видишь? На набережной, да. Смотри, как делать. Классно. Да я тебе рассказываю, да, супер. Тут балдю. Да я вообще сегодня такой, я маршрут же придумал для детей. У меня я сейчас на veloroute.com.ua, это наш сайт. Да. Велотуристов таких, которые не любят по асфальту ездить, а только вот по грунтовке, да? О, еще. Ух ты! Вовремя. Да. 3 часа. О, так вы вовремя приехали, да? И классно вот это вот, 35 километров вот это по этому самому, чтобы не выезжать на дорогу нигде. Я тут проезжал, я там по набережной проехал, тут по набережной, по этому, по Труханову, ну, тоже понятно, по грунтовкам, да, да. И по там велодорожка же идет, есть, Троещинская, вот, да? Конечно, да? Тут я проезжаю до яхт-клуба, Яхт-клуба, а потом с яхт-клуба на ту сторону и вокруг министерки на министерке. 36 километров, во! Ну то, что надо, да, конечно. Да. Ну все, не буду вас задерживать. Так, Алёнка, все. Был рад тебя увидеть твой фэт и прокатиться на нем. Мира, супер. Привет, я тебе расскажу, я еще вот так вот его сниму, потому что это вообще такое. 5 дюймов колеса, диаметр. Это супер велосипед. Едет просто по это самое. Я не жалею. Да, конечно. А кто ж, блин, будет жалеть? Я конечно, да. Классно, все, я молодцы, так, да. Так у меня же еще прицеп же есть. И прицеп еще ты взял? Так это, не, ну прицеп совсем это, я уже не знаю. Я это беру там, если 100 кил на нем это тянет, и мне 70, то считай. Ну тоже вообще. Килограмм. Ну тоже вообще. По это самое. Ураган. По этому, по лугу, все в порядке. Да. Да, да нет, да понятно, если по песку едет, он по лугу там ему пофигу вообще. Так понятно. Я не уже сколько он идет, я ему помаленьку. Да, классно. 20-25. А. А так вот, если сам. До полтинника гонит. Да, это самое, еще электричество вот это у тебя, да? Ну, вот, да. Вот тут это самое, да? Аккумулятор. Аккумулятор на 70 километров. Ну, классно, супер. А сколько стоит он? Штука. Штуку баксов. Этих самых баксов, да? Ну, это совсем недорого. Ну, сейчас вообще козырный, он как мотороллер. Да, да. Да, мотороллер нехай дымит сам себе. Нет, так на аккумулятор. А электрические мотороллеры? Нет, это электрические всегда за. Он тяжелый. Это самое. А вот эти самые, на бензине, на, ну его нафиг. Нет, 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 на бензине негде держать. Конечно, да, конечно. Ну все, не задерживаю вас, давайте, да. Счастливо, да, давай, да. Пока, да. Валера, привет. Увидишь это самое, я вот это кино тоже сделаю. Заходите, не забыл как, да? Это самое, значит, youtube.com, касая user, касая nick2bike. Nick2bike. Все.
Ник – это я, байк – это бак. Пишется, да? Все по-английски. N-I-C-K, двоечка, байк. B-I-K-E. Все. Счастливо, да. Давайте, да. Давайте, да. Покажи, как он едет на электричестве. Чтоб ты педали не... Классно. Все, молодцы. Счастливо. Стопроцентным ветром сесть.
за полигоном, за врагосклоном живет. Конец света.